На очередном заседании комиссии по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций говорили о подготовке к отопительному сезону. О готовности к зиме отчитались представители теплосети, водоканала, электросетевого комплекса, Управления культуры, образования, Министерства здравоохранения и управляющих компаний. До 15 сентября должны быть сданы паспорта готовности многоквартирных домов. По словам начальника управления ЖКХ, обслуживающим организациям не стоит снижать взятый темп. У нас есть проблемный момент. Это военный город Павшино, город Вишневского, который до сих пор не выходит на связь. Я не понимаю, что у них происходит, какой стадии готовности. Это город Вишневского, вы имеете поселок Новый? Поселок Новый, да. Еще один проблемный микрорайон, брошенный застройщиком-банкротом, Опалихово-3. По словам замглавы Александра Бутенко, ситуацию перед зимой держат на особом контроле. На сегодняшний день там идет процесс пока передачи и котельных, и ВЗУ. Но в то же время наши все службы готовы это вовремя подхватить и не дать тоже людям ни в коем случае замерзнуть зимой. Все детские сады, школы, социальные объекты готовы к отопительному сезону. Городской округ Красногорск в целом на 60%. Такие цифры были озвучены на комиссии по ГОИЧС после всех отчетов. Впереди еще полтора месяца тщательной подготовки в преддверии холодов. Коммунальщикам поручено приложить максимум усилий, чтобы отопительный сезон прошел без аварий.